Завтрак подан. Всем привет, с вами канал Артмани. Так вот, у меня завтрак Женька приготовил. Все выглядело как-то вот так вот. Слушай, а у тебя в самом низу там, ты не перемешал, у тебя сырая она осталась. Офигеть. В огромной тарелке. С любовью. Сразу видно, с любовью Женька готовил. Сейчас все это еще молочком и бананом. Будем пробовать, как это на вкус. Так, выглядит это все вот так вот. Тут бананчик, молоко, сахар. Овсянка более-менее такая натуральная. Лайки-лайки ставим и будем сейчас пробовать. Вы со мной. Что же это такое у нас получается? Ай, что там висит все. Кстати, вкусно, Жень. Слышь? Вкусно. Занимаюсь, Миша. Такая, кстати, нежная, мягкая. С молочком еще. Залита была просто водой. Хорошо, я, видать, перемешала. И с бананом она прям такая сладенькая. С сахаром еще добавила. Прям такая нежная. Че? А я и кушаю. Ну да, мне еще там осталось целое тарелище. Выглядит, конечно, изначально эта тарелка ужасно. Не совсем не аппетитно. Ранним утром, выспавшись 10 часов, просыпаешься и видишь такое. Не очень. Если бы это было сразу вот такое, было бы очень даже это повеселее. Еще просто с сахаром чисто. Пук. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Пахнет? В комментариях пишите, пахнет или нет. Вот так на доме оставляют записи о плохих соседях. Бабка, Гренни. По-моему, чмо, что было. Нет, там уже бабка после. Бабка с третьего этажа, чмо, бабка, Генри. Генри. Бабка. Тоже такая бабка. Есть. Офигеть, слушай. Синий, вот так вот пожалуешься эту милицию на кого-нибудь, а потом о себе найдешь эту запись на стене. Пойдем вам. Там он тоже есть. Обалдеть. Что, ходил, наверное, никогда не замечал, да? Обидно потом вот так будет. Ну там тетя Рая такая, действительно. Очень сильно злая. У нас там во дворе ни собак, ни птиц никогда не было. Всех отравит. На всех накричит. Забор такой. А там садик, да, за забором, по-моему? Снег выпал у нас. Красиво стало. Какие сугробы огромные. Как в детстве. Садик с большими окнами. Садик. Пошли. Иду я. Иду. Даже трактор дорогу переходит. Кажется, он что-то серьезно упал. Обычно упал, а сразу спал. А это не надо. Сломал. Надо быть осторожным. Ну, конечно, упасть-то можно везде. Хорошо, что у меня шипами закинули. А еще и шипами теперь.
гардероб приходит. Приехали в Самара-Арена. Думали, что 205-й нас туда отвезет. По карте он должен был довозить. Блин, все места такие незнакомые тут. Собор есть. Ну, по-любому туда переходить, Жень. В любом случае, на ту сторону нам надо. А дальше уже туда идти, потому что там как раз... Чего? Зеленого же нету. Да он видит, он это. Ну пойдем скорее тогда. Ага. О, господи. Дома тут как раз строилось, смотрите. Новые. А, смотри. Что там? Класс. А я и не знала, что тут мостик. А там дырочка. Светофоры что-то не работают нифига. Ни красный, ни зеленый не горит. Вот что значит окраина. У нас в городе такого нет. Все работает. Все горит зеленым. Блогеров всегда пропускают. Я вообще хотел через дворы пройти. В смысле? Ну, посмотреть, что внутри. Сейчас я в карту через дворы. Че? Через посмотреть? Домики хотел посмотреть. Через домики? Да. Тебе же не нравится такая архитектура домов? А вот внутри дворов интересно. Думаешь? Тут, кажется, воздух чище. Смотри, вон там дома построились новые. Да, я знаю. Знаешь? А я там работал. Их строили. А, их строили. Ну, красивые дома. Похоже, у нас тоже возле ЖД вокзал такие, я видела, похожие стоят. Только подлиннее они у нас немножко. У них верхние этажи, балкон большой, самый, два предпоследних этажа. Классно. Тут заправка. Я так запыхалась. Не знаю, это что-то с чем-то. Он бежит, бежит, бежит. А я не привыкла ходить так быстро. О, машина старая. Кстати, очень часто стал видеть такие машины в последнее время. Как раз это, наверное, 90-е годы, может, какие-нибудь. Такие джипы были. Я помню, они были модные. В некоторых клипах, кстати, они остались заграничные. Может, это больница какая-нибудь? Они не похожи. Марафон. Обувь здесь. Всегда она была здесь. Как помню. И осталось. Еще пятерочек прибавилось. А здесь вот ЦРК Московский. Там есть аквапарк, в котором я так ни разу не побывала. Ну, еще все впереди, конечно. Димочка подрастет, мы обязательно с вами сходим туда. Смотрите, это лес. Пушистый лес сверху, а там дома. Классно смотрится. Как будто бугор со странной травой, вырезанной человеком. Классно. Ставьте лайки. А вон там вообще дорогу видать даже. Ай, сейчас фура все перегородит. И вот он лес. Пушистый такой. И пушистый. Смотрите, что такое интересное на остановке. Есть лавочка, есть такая штука. Что, прислоняться или писать, уроки делать? Странно, странно. Тут, смотрите, дом и лес сразу. Класс, вообще, я бы хотела жить вот так, чтобы вот тут дом стоял где-нибудь в лесу. Блин, это вообще, мне кажется, так классно. Живешь в квартире и в лесу.
Ну, чтобы еще было, конечно, чисто, чтобы природа была ответственная. Ну и, конечно, все такое обязательно. Ну, в нашем мире, особенно в России, такого не бывает, к сожалению. Тут башня, смотрите, какая. Вот так смотрится красиво очень. Сегодня нам очень повезло. Был ночью снег с вечера. И сегодня лес особенно красивый. Особенно красивый. А сейчас, кстати, постараюсь побыстрее дойти. За этим домиком откроется, наверное, какой-то пейзаж. Ну, видите, там есть лес, заканчивается. Что-то явно сейчас будет там. Та-дам! О, слушай, он прям как гора большая. Ай-яй-яй. Слушай, а мы, ну, не его видели? Здесь пройдем. Ну, мы же здесь. Ну, пойдем здесь. Там большой, он с него. Какие-то вон еще памятники к ней ведут. А, там, да-да-да, там улочка. Как парк. А он там, смотри, вдалеке труба какая дымит над лесом. Остановись. Загазованность над парком летит. Холодно, ветер, зима. Там вон красиво как. Птички летят. Заводы. А я думала, у нас в Самаре больше заводов и нет. Все, идем из Самара-арены. У нас сегодня с вами прогулка. Все, пытаемся найти. Чего? Не туда, что ли? Господи. Ой, добраться. Господи, добраться так тяжело. Самарские блогеры, кто был, я смотрела их. Ничего не показано, как они добирались. Снимают только частично. Куда-то я только снимаю все подряд. Нашли аллейку, пытаемся до нее добраться. Представляете, как летом красиво здесь. Лужайка. Лестница вон. Забора нет, слава богу. Что, есть лестница? Или ее нету? Ух, елки. Господи, нифига себе, такое бывает. Я тоже думаю, что тут для людей. А почему-то у нас в России все против людей. Спущусь, покажу. Спустилась. Ну, кстати, неплохо. Вот подниматься бы сложнее. Такие фигурки. Интересно, они освещаются или нет. Вон там поляночки. Представляете, как здесь летом красиво. Ну, слава богу, что вот здесь хотя бы очищено. Но, честно, не до конца мне непонятно, как сюда попасть, кроме этой лестницы. То есть это кто-то приезжал и просто пробил ход по лестнице, чтобы спуститься. Здесь лавочек очень много. Для того, чтобы, видимо, народ гулял, ходил. Но добраться сюда, это вообще-то было что-то с чем-то. Транспорт сюда не ходит. То есть он должен ходить, но он не хочет сюда ходить. Как выяснилось потом уже. Внутри хорошо, мы спросили, иначе бы нас увезли еще дальше. То есть добираться домой я даже не представляю, как. А, вон еще фигурка. Класс. А я думала, неужели только эти? Красиво. Я надеюсь, что здесь ближе, когда... Ой, чуть не шлепнулся. Когда темнеть будет, здесь свет включим тут. Там дальше елка, трактор работает. Там беседка такая прикольная. Какая-то странная. А тут какая вон кроссовка зеленая. Футбольный мячик, классно.
наверное, тоже вся горит. Беседочки, наверное, такие нестандартные, не? Довольно симпатичные. Машу приехали. На Новый год. Там елка поменьше. Отрадно большая. Здесь тоже, смотри, какая большая. Ее издалека видать. Елку. Сейчас елки такие стали треугольные. И много-много игрушек навешено. А это камеры, походу, висят. Или нет? Наверное. Или нет? Камера. Какая красота. А? Тут вкусняшки есть. Какие сейчас стали делать? Красивенькие. Елка. А внутри пустая. Колокольчики. Колокольчики звенят, звенят, звенят. Колокольчики звенят, звенят, звенят. Лайки ставим, лайки, лайки. Не забываем лайк ставить, для вас стараюсь. Идем ищем. Должны быть какие-то планеты. Разные. Ну, не знаю, там вот одна улочка туда идет, другая сюда. По карте посмотрела, ничего нигде не видать. Боюсь, как бы их не убрали. Прокат. Плюшечки, саночки, ледяночки. А я, как самый умный человек, иду по желтой дорожке. И вы вместе со мной. Здесь так тихо. Птицы поют. Гул города слыхать оттуда. А там лыжня, наверное. Домик такой красивый. Женька его сфоткал. Там детская площадка красивая. Такая просторная, большая. Загорожена, не боишься, что твой ребенок выбежит куда-нибудь, как у нас в городе обычно это бывает. Туалеты. Много туалетов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, что ли. Еще и сбоку, смотрите, там туалет есть. Для особо нетерпящихся. А тут есть дорожка, оказывается, к дому твоему. А ты... Залазил куда-то. Да, узнаем, что там. Ай. Зашел туда. Ох, какой красивый дом. Женька все перегораживает своим видом. Прокат там, наверное. Лес. А, Снегурочка. На фундаменте стоит дом. Надо пойти сфоткаться там. Все равно в Москве видно. Ну да, живет кто-нибудь. Я обойду. Пошел. Пошел, пошел, пошел. Может и живет. Такие окошечки прям симпатичные. Там шторки такие классные, смотрите. Так классно. Решеток нету, как обычно это бывает. Рюкзак свой бросил и пошел. Ну тут, конечно, все уже пообходили. На фундаменте, смотрите, как он стоит. Новенький. Ой, пахнет деревом. А тут как красиво. Ты там рюкзак свой что бросил-то? Там роботы какие-то. Пойдем на сотку. Ну не через снег же мы пойдем? Нет, мы сейчас обойдем. Ну, слава богу. Какой дом классный. Красивый. Там кто-нибудь живет, наверное. Сегодня так... Тускло как-то, пасмурно, бело, но весело. И пахнет деревом. Обожаю запах дерева.
Вот она сама Самара-арена. Такое большое, красивое. Оно прям белое такое, сравнивается с небом белым. То, ради чего мы сюда приехали. А Женька уже, смотрите, пошел фоткать домик. Все от этого домика отлипнуть не мог. И уже находится вон где. А я стою, жду, жду его, жду. Думаю, ты что ж такое? Зарядись теплом. А, тут, смотрите, есть такое место, где можно... А, нет, посторонний вход запрещен. А я аж обрадовалась, думала, можно зайти вот так, погреться там, замерз, погреться, пошел дальше. Ну, оказывается, нет. Россия. Россия, детка. Не все так просто. Там домик какой красивый. Звездочки классно смотрятся. Такой едет, 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 едет. Смотрите, какой классный. А, он еще горит из него. Свет, я даже не знала о выставке роботов здесь таких классных. Такое из дерева прям сделанное. А, ну у него ДСП тоненькие такие. Красивая фактура дерева, смотрите, прям классная. Здесь вот тоже. По нему можно понять. Господи, напугал меня до смерти. Я думаю, не пойму, какой мужик мне там что говорит еще. По нему можно понять, какая интересная бывает фактура дерева. Там он, Самара-арена. Ай, чуть камеру не уронила. Руки замерзли уже, но все стараюсь для вас. Снимаю, снимаю, все снимаю. Уже камера, батарея садится, начинает. Здесь тоже как будто бы идет человек. Класс. Я сначала думала, ну просто из железа, наверное. Уже к ним привыкли. Обычных железячек. Думаю, что интересного, ничего интересного нет. Робот и робот. А тут-то из дерева, понимаете, суть? Совсем другая суть. Из дерева это что-то такое. Понимаете, нестандартное. Из дерева робот, ну прикиньте. То есть из железа же он должен металл. А тут дерево. Женька уже тут как тут. У тебя рюкзак расстегнут. Сейчас деньги поулетают оттуда. Класс. Красиво. Как прекрасно вдали. Стояла бы, так и смотрела бы. Хоть есть что посмотреть. И вот она сама. Арена. Долгожданная. Здесь уже мы приближаемся к Московскому шоссе. За ней находится где-то, по карте я смотрела. И здесь уже слышен гул города. Послушайте. Слышно? Такой. Здесь очень много гуляет мам с детишками на колясках. Пешком, но я не понимаю, откуда они приходят. Значит, город где-то должен, то есть в шаговой доступности, чтобы с ребенком не ехать, вот именно, а дойти. Может, на машине столько приезжают. О, следы Женьки, да. Жень, смотри, следы твои. Вот она сама сравнивает с серым небом. На самом деле, народ, мы приехали сюда на такую выставку. Здесь должны были быть планеты, насколько я понимаю, должны были быть вот по этой улочке. То есть я посмотрела самарских блогеров, и в прошлые выходные они выставили ролик. Не знаю, когда уж они на самом деле там были. Сюда приезжали. У них были вот эти вот планеты. Но они как-то так прошли мимо их, толком не поснимав, не потрогав. Ну, как я обычно, знаете, это люблю. Потрогать мне все надо, заснять как положено, чтобы вам все показать досконально. А планета... Нету. Все. Тишина. Тю-тю. Тю-тю. Даже отсюда этот объект кажется таким нестандартным, таким огромным.
Да? У меня ощущение, кажется, как будто если он захочет, то ножки так сдвинутся, он хоп, так к земле прижмется. И нет как будто никого. Что-то тут звуки странные. Все брошено, людей мало. Если есть, то мало, нету. Отсюда красивее смотрится, кстати. Там вот какие человечки. Красивые. Пошли. Дошли до угла, и муж мне говорит, а пойдем обратно. Я говорю, уж нет, ушки, спасибо. Но все равно же, говорит, гуляем. Нет, говорю, я обратно не хочу, уж темнеет. Окажешься тут. Идешь, идешь, причем он, видите, он бежит впереди. Спокойно идешь, за ним бежишь в итоге. Еще обратно идти. Хитрый. А, он говорит, здесь забор. Пойдем обратно. Я говорю, так он везде забор. Все перекрыто, закрыто. Частная территория. А вот он, вот какой-то. Не знаю, что-то планет здесь вообще в помине не видать. И же они за неделю так убрали. Жалко. Очень хотелось сделать качественный материал, но что-то не видать. Никого. Ничего. Ну, может быть, да. Право, может быть, в следующем году. В январе снова, если только не забыть обо мне. Может быть, их поставят. Может, они так светились, такие красивые были. Классные. Я фотки найду сюда, фотку ставлю. Если найду, конечно. Вот сейчас я в Яндекс зашла, вбила, что-то не нашла. Постараюсь найти. А вот там какая улочка идет. Красивая. Такая прям. Знала бы, что нет. Ну, хотя ладно, ладно. Да, съездили мы с вами и хорошо. Побывали на таком хорошем, красивом месте. Ну, конечно, наверное, летом, мне кажется, было бы здесь. Здесь летом, кстати, классно. Я фотки видела. Сюда летом приезжают. Ну, тут, блин, добраться, я не знаю, наверное, через Московскую проще добираться. Сейчас попробуем, выйдем на Московскую, посмотрим, что там с той стороны. Потому что... А, ну вот будешь туда ездить. Женька, тренажерный зал здесь. Здесь столько входов, как будто... А, ну, в принципе, да, народу много, наверное, идет. Чтоб очереди не было. Такая, как... В советские времена мне что-то напоминает. А! Вон тренажерный зал. Вижу. Вон он. Видно? Видно, что-то там такое. Или мотоциклы какие-то стоят, не пойму. Как в советские времена какие-то такие были тоже штуки проходимые. Здесь, кстати, камера. Висят много. Снимают людей с каждого участка. И сюда, кстати, нет забора. Сюда спокойно можно зайти. Я почему-то думала, что забор. Я помню, что самарские блогеры заходили через какой-то забор. Может, он в январе только, ну, под Новый год только был. Вход третий. Пожалуйста, пройдите на третий вход. Пожалуйста, пройдите с третьего хода на первый. Или на нулевой. Там тоже какой-то стадион. Смотрите, какое классное дерево. А, через камеру шикарно смотрится. И снег идет прям в лицо, и вообще дорожки не видать. Красиво, очень красиво. Такие деревья, такое оно облезлое, красивое. Здесь, наверное, был лесопарк рядом. А? А, давай.
А я на камере. Там вообще впереди ничего не видать. Просто мутно. Жень, ну не обязательно было так делать. Хитрый такой, главное, уйди, говорит, я фоткаю. А сам взял их. Сам взял их. Ты мне что, в кадр прям попал, а? Ну что, Жень, ну неприятно что-то. Как-то, конечно. Я же там фотографирую. И тут ты. В кадр тоже попал. Не хрюкай. Привет, Женя. Что-то ты на одну сторону, у тебя снег попадал. Вот, дошли мы в другую аллею. Ветер, снег в лицо летит, неприятно так. Я, знаете, сразу вспомнила про куртку такую, которую застегиваешь капюшон, оказываешься внутри, и там такие очечки. Ну, такие два глазика, как от очков темных. Фотку ставлю вам сейчас. Подумала, блин, классно такой. Вернее, жалко, что у меня такой куртки нету. То все летит в лицо, все мокрое, снег. Это мокнет, все пролипает везде. Противно. А вы сидите там, пьете кофе, в тепле, укрывшись пледиком. Кофе, это чай с ромашечкой. И смотрите меня. И ставим лайки, не забываем. Подписываемся на канал, кто не подписан. Комментарии обязательно, кто досмотрел почти уже до конца. А, я думала, это забор туда выходит. Я думала, сейчас мы пройдем и выйдем туда, к Московской. А мы еще сворачиваем. Слушайте, как классно, смотрите. Тут дом, пятиэтажка. То есть кто-то живет и может сходить гулять туда, когда ему захочется. Очень классно. Да какая разница, куда мы вышли? Главное, что мы вышли почти в город. Почти в город. Мне кажется, надо пройти где-то еще и куда-то выйти. Наверное. А вы как думаете? Напишите в комментариях. Знаете, вот только обрадовал за тех людей, которые живут рядом. И смотрите, видите, окна там есть. Кто люди живут на первом этаже, у них перед носом забор. Представляете? Забор перед носом. Они могли видеть вот эту всю улицу. Блин, это классно было бы. А так у них теперь постоянно темно. Перед носом забор. Вообще кошмар. Ну что ж такое, зачем так поставили? Как-то это. И не продашь квартиру теперь. Мало кто захочет, чтобы. Я бы не хотел, чтобы мне перед носом вот так от окна там метрах полтора, чуть меньше даже, стоял забор. Я бы не купил такую квартиру. А тут что? А, садик. Садик. Не повезло. Ой, мама. Чики. Как она меня напугала. Я не знаю, это что-то. Если что, тебя пускай цапнет. Как она меня напугала. Охраняет. Собаки же они, ой, какой ветер. Собаки же они чувствуют по запаху человека вообще издалека. Ты ее еще не видишь, например, метр там в полметра, метр там 300, например, от нее находишься, да? Она где-нибудь там лежит, отдыхает, она тебя уже видит, начинает гавкать, а ты ее еще не видишь. Она тебя по запаху уже учуяла. Я, кстати, даже читала, что собака даже. Если человек заболеет раком, например, или какой-то болезнью такой, то собака может учуять эту болезнь. И бывали такие собаки, которые отводили своего хозяина в больницу на проверку. Человек проверялся, и действительно, то есть они все это чувствуют.
хорошо, когда камера включается в ту же секунду. Тут какой-то... Ой, Женька что-то нашел. Тут сосны, представляете? Сосновый бор. Ай, какая красота. Класс, обожаю сосновый бор. Это что-то вообще очень красивое. Ой. Тут, представляете, дом, у них сосенки видны из окошка. Класс. Это мы с вами куда попали-то? Пойдем чуть-чуть пройдем. Интересно посмотреть, что за домом за этим находится. И такой дом оранжевый. Среди таких красных сосенок. Классно смотрится. Тут заборчик вот старенький. Ну, тропинка вроде есть. Я надеюсь, что мы не на частную территорию зашли. Тут, смотрите, эти, как их называют, забыла. Ладно. Какие полукруглые. И киса. А там домики, смотри, двухэтажки. Тут домик чей-то. Ой, тут много кис. Какие они пушистые. Кормили, кормили. Ну, какие? Какие красивые! Ты какая киса! Ты киса! Ты киса, ма! Давай еще раз так. Вот и. Ты какая красивая! Ты чья такая? Рыжая, какая пушистая! Зимой. Вы все, наверное, такие пушистые, да? А? Все. Еще одна, вон она. Стесняшка. А? Ты такая красивая. Ой, ты такая красивая. Ты чья такая, а? Ты такая красивая. Да, это ты такая красивая. А? Господи. Так. И выходим мы. Какая красота. Слушай, среди сосен. Ой, среди сосен прям находятся эти дома. Красивые какие. Как в лесу сосновом. Вот где надо покупать квартиру, жить. Пусть на окраине, но зато смотри, как классно. Сосен сколько красиво. Но зато красиво. А птицы как поют, слышишь? Ага. Как будто перелетать собираются. Через дворик? А, пошли. Смотрите, какой. Смотри, как замок. Кусок замка. Камера грязная. У меня мокрая она уже. Потому что снег мокрый, грязный. Ой, мама. Ой, все. А тут смотрите. Птиц, я и говорю, вон сколько. Смотрите, куда мы вышли. Как красиво, смотрите, все светится. Оказывается, мы на самом деле не с той стороны вообще пошли. Мы проехали слишком мимо, а надо было вот отсюда идти. Ага. И вообще, смотри, не видать. Ленту, давай до ленты дойдем, в галерею зайдем. Я там посидел, да? А, там же выставка какая-то. Пошли посмотрим. У нас, может, сфоткать можно. Пошли. Сейчас, сейчас. Все равно время еще будет. Что будем делать? Пошли, вы, помните.